Итак, девчонки, всем привет! Сегодня будем делать пиццу. Пиццу мы будем делать вот на таком противне, кругленьком. Тесто у меня дрожжевое, сделанное в хлебопечке. Противень мы смажем маслицем и выложим наше тесто тоненькой корочкой, распределив его по всему противню. Итак, вот мы выложили наше тесто на наш противень. Из контейнера половину мы положили. Это абсолютно достаточно. Сверху мы смажем наше тесто кетчупом. У меня он домашний. Ну, вы можете абсолютно любой кетчуп или какую-нибудь с помидорков делать соус. Так вот мы его распределяем равномерно по всему тесту. В кетчупе есть различные ароматы, приправы. Тесто у нас соленое, так что соли мы добавлять не будем. Можете добавить сушеную кинзу или любимые ваши сухие приправы сверху. Теперь что мы делаем? Любой наш колбаску, можно сосиски, можно вареную, вот так веером вылаживаем и сверху положим нежно брынзу. Вот она у нас такая белая. И натираем сыр. Сыр голландский, российский, любой. На терочке сверху. Сейчас я вам процесс этот весь покажу. Итак, вот положили мы нашу колбаску. И сверху это брынза беленькая. Осталось только натереть голландского сыра. Духовку включаем на 200 градусов. 180-200. И минут 20 в духовочке. Вот так. Итак, вот наша прошло 20 минут. Наша пицца уже запеклась. Сейчас мы ее сверху натрем сырочку и еще минут 5 и будем кушать. Вот натерли мы наш сырочек. Ставим в духовку 5 минут и я вам покажу конечный результат. Все. Итак, прошло 5 минут. Наш сырок подрумянился. И пицца практически готова. Нужно, чтобы она остыла. Нарезаем острым ножичком. Так. И обед готов. Все, мои родные. Делайте пиццу из домашнего теста. Тесто у меня есть рецепт. Дрожжевое тесто в хлебопечке. И вот такую пиццу мы сегодня будем кушать на обед. Все. Всем пока. До следующих видео.